Как обезопасить себя и ребенка от клещевого энцефалита? Как такового заболевания на данный момент не зарегистрировано, тем не менее мы входим в зону риска по данному заболеванию. Вот, и оно может появиться в любой момент. Тогда, когда оно уже началось, лечение очень сложное и последствия тяжелые. То есть это заболевание легче предупредить, чем вылечить. Для того, чтобы обезопасить себя от заболевания клещевым энцефалитом, необходимо своевременно сделать прививку. Защита от заболевания будет только через 2 недели после второй дозы вакцины. Почему нужно прививку сделать как можно раньше? Потому что уже начался сезон активности клещей, и заболевание имеет весенне-летнюю сезонность. Вот поэтому мы рекомендуем сделать прививку в весенний период. Хотя сама вакцинация может быть проведена в любое время года. Прививку от клещевого энцефалита можно делать, начиная с возраста 1 год. Полный курс вакцинации состоит из 3 прививок. Схема оговаривается с доктором. Вот. Повторные прививки нужно делать раз в 3 года. В клинике персонального детства вакцинации против клещевого энцефалита и осмотр педиатра 1360 рублей. 422-30-60. Мне там очень нравится. Там добрые врачи и много игрушек. И лечиться там совсем не страшно. Детская клиника «Персона детства». 433-20-45.